Да, Слышно, заходи. да. Да, Лёх? Квест, квест-вариант будет сделать? Какой квест? На этот, на шлем? Да, про там Лана, говорят, и Синдра. Ты знаешь, как делать, самое главное? И я думал, мне подскажут. Ну, Вот. понятно. Это надо, короче, особый день Сказали, выделять. в вабаме сидеть. В вабаме я сидел почти каждый раз. Нет, там посложнее немножко. Тебе надо четко знать, что делать надо. Ой, герой, И... кстати. Героик, сейчас я протяну синста, подождите секунду. Не выйдите там. Ща, бля, ебаный в рот. Немножко. Спартанусь, я релогался, потому что у меня камень не работал. Так, вышли там с инста все. Сейчас попробую поменять сложность. Так, вроде поменялось. Так, теперь посмотрим, что кто у нас пойдет. Ну вот, допустим. Хила бы какого-то. Вот, Фокс, у тебя какой эрдру? Нормальный, ты в нем шаришь? Могу похилить. Синтект, у тебя работает комп? Нормально? Да, я почему-то пришел в комнату, и он не работает. Так, давай, Я его, заходи. блядь, дважды разбирал. Да, я в Заходи. игре. Значит, плюс они тогда. Этот. Ну тогда, допустим, Лингрена я свичнул, начил. Потом что, Синтек. Ты смотри, Лингрен, как тебе, чтобы ЕП не проебать, допустим, ты получишь Да, там. мне Войт, мне без разницы. Можешь не кидать ЕП. Как бы Не, я ну ты. всегда успею. Не, если ты на, ну, на подстраховке будешь, там, если что, зайдешь. Это, надо кого-то свичнуть, это, чилить еще отправить, чтобы нам взять А чё, ты ханта. заболел, что ли? Да, немножко заболел. Я могу в субботу пойти в ЦЛК, если вы будет такая возможность. Так, Это вот судорога. судорога, да? Ну ладно, давай ты на субботу, раз можешь, ханта возьмем, посмотрим. Ханта посмотрим. Все, можно выходить, да? Да. Все, получается, синтек у нас хило дырку закрыл. А киса жалко, только в хиле работает. А я тогда чё? В принципе, я бы потанчил. Слушай, ну насчет квестов, знаешь как? В принципе, проблемы не должно быть сделать их. Но типа так, чтобы это, ну, не испортило рейд. Вот у нас сейчас, допустим, времени 2 часа и 40 и 20 минут. Нам надо очень быстро все это сделать. Вот А ты. нет никого, кто может объяснить. Кто-то же Все делает. могут объяснить. Я вот делал 1000 раз эти квесты. Просто там зависит не от того, что мы тебе объясним, а от того, как ты сам это все исполнишь. В принципе, У тебя можешь. шмотки надо эти. Ключевые. На Шмотки на профи профи фикс. надо эрдру под него выделять еще. Эрдрушник есть. На профи, там фишка в том, что тебе надо накопить сотку энергии и нажать шестерку в кукле. Тем самым ты всю энергию потратишь и зарядишься. У тебя появится баф на 6 минут. Это делается перед началом второй фазы. То есть, ну, процентах на 45 босса. На 35 босс переводится. И там еще фишка в том, что у тебя должны быть растянуты лужи. То есть должна быть одна или две лужи растянуты. Чтобы когда ты сотку потратил, ты смог быстро восполнить себе 40 или 50 энергии, чтобы ты плюнул в слизь дня следующего. То есть тебе надо сделать, нажать эту сотку в момент, когда ты потратил 46 на слизня, потом выпил до сотки, сразу быстро нажал и потом сразу еще допил до 40, Время. Время. чтобы тебе на следующего было это плевок. Ну, есть сумма у вас в инсте? Короче, на связи это, ну, если ты четко будешь знать, что делать, то это можно сделать. Вот, там ничего сложного нет. Ну, так я не знаю, как бы делать, не делать, блядь. Просто если это будет приводить к вайпу, то мы сразу стопаем. Я не знаю, Нет, как это. это можно выделить, допустим, какой-то один день и сделать, ну вот, допустим, он хочет квест сделать, и сделать чисто ЦЛК 25 опыта. Потому что, ну, время все равно, время затратно. Ну, я так не планировал. Я планирую ссылка всегда с ГМом, ХМом закидывать. То есть... Эй, чисто для меня не надо день выделять. Смотри, давай как... Просто попробуем, если ну, не дойдет до меня, тогда ну все, Ну, стоп. давай, ладно, если один вайп за тебя, Если ну... согласен. Так-то, в принципе, рейд даже, ну, должен вывести. Но, допустим, красного он не вывезет. Вот после красного тебе надо будет. Это надо мне смотреть будет, что ты делаешь. Просто только с вами больше не с кем мне, по сути, делать его. Ну, это понятно. Ну, либо покупать. Покупать я писал, они говорят, ну тоже спрашивают, знаешь Ладно, туда. хулидринг, пока в ДД побудь. Я тогда пока потанчу.
Ой, армейцы могут, да, гильду убрать? Да должны вроде. Да, армейцы это могут. 259-й курик. Ну вот, возьми. Только я не помню, могут ли они заметки писать, по-моему, нет. Там кто-то другой. Заметки нет, не могут. Там этот нормальный свой тоже. Там у кого звание, есть консул или как там, чтобы написали заметку, надо. Что написать? Там скажите, спросите у челика имя, и спек обычно я пишу. Павел Курик 259. Сиська пишет. Да, сиська. Это кто? Паша Сфинкс? Да, Паша Сфинктер. Его можно дырка просто написать. Да, можно просто дырка. Витька и дырка. Главное, там никакой пропаганды ЛГБТ там. Не-не-не, у нас чисто никакой детской хуйни, только мужской грубый секс. Ничего лишнего. Я шарю, понятно. Гей-секс? Нет-нет-нет, мужской секс. Гей-секс — это для пидорасов, а это настоящий. Да-да, это секс. Чисто мужики, ебать, все нормально. Никакой пидорасии, настоящий мужской секс. Мужчин. Понял, блядь. Они, короче, маслом обмазываются и трутся друг друга. Запустил на стрим на маслом. Мы дев... Нормально, на ютубчике прилетит потом, сказка. Мы девок мазали маслом и посыпали перцем. Они чихали и бились. Ебать, мы ржали нахуй. В купальниках. Вот так угорают в ресторанах. Это уже садизм. Да нет, это не садизм, это было весело. Никаких девок не существует. Говори адрес, я выезжаю, блядь. Купальник. Да? Это, прохильте, умоляю. Да что он не станется, тварь тупая? Ты что, блядь? Так, получается, хулидринг ты чилишь. Ну, если что, я не знаю, как получше там, чтобы ему там объяснять, в танке мне будет проще. Наверное, будет в танке проще. Ну чё, сейчас все расы, по идее, на новую расу должны, ну, танки все должны переделываться. За диспел 100 ЕП там было, я там, наверное, на топ-1 был. А, кстати, не проверял. Забыл, блядь. Там какой-то маг был, короче, в топ-1. Там Вадикон топ-1. Значит, Вадикон. Не выебывайтесь. Я тоже верю в себя. Ивент только для магов был. Не, я и говорил, и друидам диспали. Я удалил, жалко. А вон есть у вас, да? Я вон линканул. Вадикон так, Вадикон. Да тут убирали ловушки, не? Я что-то не помню. Я убрал две, на третью я проебался, блядь, из-за Симона. А он попал куда-то, ладно. Че этот жук ебаный ушел нахуй? Выебал. Так. На связи ты, короче, просто это не таунти, ничего там, ВПшки не тыкай, но пул на войда. Я буду главным. Главное, рыбу давай. Вообще, нихуя, я тут даже не где-то фланг. Просто стоять постоянно рядом. Да, да, просто стой. Так, рыба. А есть? Вот у меня есть даже, блядь, масло на силатаке, нахуй. Так, рыбу даю, рыбу. Побыстрее стараться идти. Интересно, что за кость в этом КД? Иди, наверное. У меня есть заразиться двумя видами чумы. Могу поделиться, если он заработает. Шарит.
Давайте только поменьше отходите, это, чтобы мы побыстрее прошли. Так, все готовы? Да, я уже. Прием-то, да? Да-да, на бой, давай. ДК. Слушай, выходите там, не дохните в лужах лучше. А то хуёвое настроение будет. Геру? Да, Геру, конечно. Пацаны, у ханта слева, вы не хотите во фрейм войти? Ко всем. А что там дерево вообще стоит? Синтек. Вот я об этом знал. Синтек лужи ловит, пускай ловит. Но скучно. У нас два ханта есть. Да похуй, пускай стоит. Если вас обоих на шип кинет, то тогда у него будет лужи идти. Ничего страшного. Завтра ответственный день, вот сейчас все, кто в Диси, смотрите. Завтра у нас двойной вариант, значит, у нас РСК и ТТГ первая, и РСК и ТТГ вторая следом идет. Начало в 16 пораньше будет. То есть все, кто могут в 16, приходите. Возможно, в первый рейд попадете. Там, конечно, надо знание этой, как он называется, ТТГ тактику. Резко простая, там, полчаса. Я его возвращаю в центр, сейчас поверну. Где ДК-шка такая вот? А чё за хуйня? Дайте крик на хп какой-то, блять, вары. Сука, у меня 79. Вот, 85. Нормально. Надо, блять, начинать походу эти делать, как он называется. Полироли, блять. РБК ебаная фармить, наверное. И не забывайте поддерживать этот крик на хп, который... Это всё-таки 80 тысяч лучше, чем 79. Пятиглаз Химера делал на Ювен? Да, по-моему, делаю. На связи сдох. На Войда этот самый зубы быстрее. Вот, сейчас его резнут нормально. Хорошо, что вихрь. Захиливайте его. Лапку по нему давайте. Че у вас там хилы, блядь? Вот тебя Кисаинер. Вращается. Фулбаф по ДКшнику, каску лапу приставав. Ты хоть бей, вот ты не бьешь, у тебя не вешается клинковая отграда. Это минус 5% всего урона. Ты эту хуйню вешай на себя, он тебя будет разъебывать по КД. У тебя же воля мертвых вроде и 3 из 3 вкачано. Ты сдох, вообще странно. Ну-ка, и что по полученному будет? Так, щиток. Без дырки, блять. Надо никому. Так, пояс неплохой. РДД. Давид, ты же Алену поставил, да? На ут. Да, поставил. Ага. Ну ты видишь, да, что всплывает? Ну да, всплывает. Ага. Но они не видят вот это окошко, которое у меня нет. Есть. Они это окошко не видят, только я вижу. Я имею в виду именно вот типа 100%. Там, это да, это они должны видеть. Если мне это очень сильно... Где там танк? Да, Давид, если очень сильно нужно, то включать начнут.
Мелики, не подходите, помощник. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. И второго ёбни сразу. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это. Ну, осторожно, блядь. Не я колу спамлю, стою у него, если что. Проклятие сдиспеливайте. И вот эту магию, которая замедляет передвижение тоже. Помощника зерганите. Это сейчас какой-то массейв, два жука будет. Этого добивайте. Вынес. Их. Так, ну я с этой, с левой стороны буду дедова фанатика. Два ханта напуливайте на медведя, двух фанатиков. Обновите каску, пожалуйста. Ты на связи с той стороны, Зулджин, будешь ему грипать моба с лестницы. Справишься? Зулджин, прием. Чего, Мэтфокс? Винтовка Равена, говоришь, да? А где она? Значит, вижу. Угу. 2000 стоит. Так, это тебе на распыл. Так. Мэтфокс, не забывай. А, там Вадикон еще есть. Контроль челика. Первая, третья слева, трэш, вторая, четвертая справа. Вторая, первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Это. Ладно, а, можете секунду подождать. Это ханты с четвертой, да? Слева тебя напулю. Да, ну давай. Ага. Да, давайте слева. Напулить, я потом с той стороны. Стой, мой. Блять. Че у тебя там, блять? Пиво разлилось, ебаный в рот. Да. Я захожу. Алкаш. По-любому. Да нет, нет, у меня вылетело просто. Алкаш. Я... Ладно, парень завода с пивасом нормально. Еще бы не заикался вот так вот, пьяная морда. Да какое пиво? У меня чай. Все, я это зашел. Алкаши говорят. Блядь. Я-то знаю. Уэрчик, когда заварил себе чисто? Принимайте, вихрь. Все готовы, поехали. Я...
Это не подыхайте там, ну ёбаный покос. Почти отваливаетесь. Просто баф. Я бы даже сказал, нужно. Трэш 5 секунд, готовимся. Хилится, потому что на нем дебаф ебаный висит. Этот пидорас. Вот видишь, как хилится охуенно. Нужно вот еще лет бить. Давайте Геру переводим. До трэша должны успеть. Я вам даже помогу. Мана, шамана слева. Сори, брателла, блядь. Был в коте, блядь. На связи что-то я хуй забил. Духи возле леди. О, давай, будем объявлять, кто ловит духов, в доску почета записывать. А, прикольно. Пока что, вот прям в леди дух, смотри, Кирсори, ГЦ, блядь. В доске почета. Смотри, еще дух сзади летит, не долетел. Сейчас новый появится. Вот. Хуяк, ЭВС взорвал духа. ГЦ, блядь. Охотника не убейте. Вот, дали ему. Ну, на связи забери, видишь, на мне это. Стаунти босса. Он же таунтится в обычке. Ханта чуть не разъебали. Там сверху трэш будет. Стандарты, вот эти флажки. Этот трэш убейте, эту пачку. Пока я следи раскидываю лут. Дракона нягрите, чтобы я к вам мог портануться. Spirits. Так, все, я забираю. С меня стаки спали. Spirits. Духи есть еще в мелизону летят. Не знаю на кого. Походу на меня, блядь. На доску почет. Ну он дровение он взорвал. Так, сейчас я позырю. Так. Лук с нее вообще не дропается, да? Да дропается. Да сум падал несколько раз. Да и он даже первый раз с вами пошел, Галакин угорал, говорит, типа, ходил у одного. Будто на ханта как говна было. Типа ты появился, вообще нихуя не падает. Да я тебя проклял. Цыганка ебучая. Так, осколка не было, да? Нет. А кто у нас осколки собирает, кстати? Полидринг кто? А, в натуре, я что-то испугался. А сколько у тебя осталось там? 8. О, вообще уже близко, блядь. Зима близко, шеем близко. Чё за хуйня, мне какой-то стан дали, блядь, охуеть. Мобы вообще дерзкие пошли, блядь. Станы дают. Короче, я буду на нашем корабле, этот самый, со мной пускай. Запы можно? No. А? No. Запы БЕшка. На продажу идет. Короче, это...
Сегодня я подольше могу посидеть, так как завтра еще выходной. После целка, если кто останется там, ну, на часик, может полтора, ТТГшку предлагаю сходить. Десяточку, штучки две. Сука, сейчас чихну. Ой, блядь. Кому чарочки нужны, да? Да. И кому не нужны тоже. Приглашаются. Да почему, блядь? Гребаный пояс уже сколько не падает. Нужны чарки. А ты вот ночью помощь приятно. Да. Ты вот топо подумай. Вот у меня, допустим, есть три танка. И я хочу себе, блядь, этот, как называется-то, чарка, это, скажи... Защитника называется. Да, вот это, блядь, пиздец. Я вот эту хуйню хочу себе, и она у меня не падает, нахуй, ни на одного танка, блядь. В рейде вообще я не работает. Ты не представляешь, сколько я уже ролил, блядь, её. Я каждый день хожу, делаю эти квесты, блядь, ебаные, как появилось. Ты походу танка создавай, ну. Я ролю перчина, а, роги, мне кажется. Вот это чарка. Войд, вот это чарка. Защитника, ревностный. Ты да, хочешь сказать, она у тебя? Она у тебя есть? Отдавай мне свою друида, нахуй. Ответьте на вопрос. Ладно. Вот смотрите, ребята, у меня есть чарка на хантаске у шота. На плечах. У меня есть штаны с ТТГ. Я ролю туда чарку, чтобы лупала чарка с скиллшотом также. Она может так дропнуться, или из-за того, что у меня есть, она, сука, не дропается? Дропнется. Нет, любая она... может. Да? Любая может дропнуться, но факт в том, что они не стакаются. А еще одну пушку займите, пожалуйста. Короче, я на нашем. Ой, чтоб тебе было понятно, я эту чарку, ну, раза с 14-го реролинул. Ага. Ну, похуй. Я уже психанул просто и похуй плечи оставился. Это, на нашем корабле, короче, пускай дисгрейсит остается, но пуливать на меня. И охота тоже оставайся. Я в пушке. А, ну, топа, ты топа не в пушке? Нет, я не в пушке. Давай тогда оставайся у нас. Остальные все туда, на тот корабль мага убивать. На связи, ну я не знаю, ну три мага танканешь, а потом улетишь, скинете стаки. Не знаю, простоишь на фул или нет, хуй за. Все пять хилов его хильте. Вот он на связи. О, нахуй. Пушки. А, Бурибай там был. Я, короче, в огне стою, чтобы рагу себе апать. Вот, чтобы... А, я еще могу дамажить даже этим пидоров. Смотри, блядь. Вот этим взрывом от ранса, нахуй. Смотри же. Каски, кулаки, вот по пушкам они что-то бафают, а нет вообще? А да, урон. Да, бафают. Бафа. Ну, тогда кидайте. Причем после каждой заморозки нужно кидать их. А, ну тогда нахуй не кидайте. Напомнил мне фильм с Джеки Чаном, блядь, «Мистер Крутой» называется. Когда он это, в особняк-то к этому кокаиновому типу, блядь, Ричард Нортон, блядь, угарный актер. Говорит, это, ну, за веревки его привязали, блядь. Ну и давай, говорит, биться, типа, нахуй. Тот ему хуяк поебал, он ощелкивает. Потом Джеки начал крутиться, там, все, закручивает эти ремни, эти типы путаются, короче. Он хуяк его за шею, ну, ремнем замотал, блядь, этого злодея, блядь. Тот ему поебал, он нащелкал весь нос в кровище, блядь. Нет, 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 говорит, не тяните. Не, говорит, тяните, тяните. Он его нащелкивает, блядь. Ебать, угарный фильм, нахуй. А, чё, все запахло. Чё, никто не смотрел, блядь? Я смотрел. Смотрел. А еще там был такой момент угарный, где он что-то на кулинарном шоу какое-то готовил, что-то. И, короче... Это как первый удар или последний удар называется? Нет, это разборки в Бронксе, кажется, было, где еще там чувака привезли, этот... в щепопромолку, которая стоит одна этих, да, запихали, то его в мешках привезли. Я уж не помню. Бля, Джеки это пиздец, мы на него выросли, бля. Шо там, 33 стака? Ну, это какой-то, как его, иностранец. Есть фильм, такой более мрачный. Ну, он вообще жесткий иностранец. Но им прикольно, скажу. Там это... по части спецэффектов это, конечно... Там ничего общего с Джеки Чаном с таким нету, с веселым, блядь. Да, комедийный боевик этот Джеки Чан, блядь. Ну, иностранец это где этот, блядь, где он какой-то агент там, да?
Нет, где у него... Он пожарник вроде. Это смокинг, где он этот агент. Смокинг. Там у него дочь в иностранцев убивают, террористы. Да, да, и да. И он пытается этих... Кому-то там из правительства. Нет, а... это ирландский бывший... Бывший ирландский какой-то наркоторговец, да, что-то да. Такое. Нет, это ирландская освобождающая или как-то там армия. Короче, я смотрю. Радикалы. Не, знаете, какой понравился этот, блядь? Сука. Кто я самый такой? Ну, кто я, да, топовый, пиздец. Я, кстати, ну... Доспехи бога. Доспехи бога это вообще, блядь. Ну, первая часть вообще нормальная. Час пик. Час пик, о, ебать, ты чё, это пиздец. Там ещё этот, блядь, задул. Кристакер, нахуй. Да. Кристакер это пиздец бомба, блядь. Вот просто, ну... Как он в пятом элементе это сыграл, помните, блядь? Нихуя себе. Решил, короче, эти, кошель ювелира по вашему совету взять, блядь. Прикинь, кошель ювелира беру за 1500 арены, и там 300 рдолика сразу. Нихуя. Так можно, да? Да, это, блин, у меня за 9 выпало 5 штук, или 6, так раз, нормально. Ну там как повезет все равно. Ну просто. Ну я лицита налутал себе 20 штук, и яшма тоже где-то 23. О, монета нахуй, есть танки? Ну, давай мне тогда получается. Кому? Если никому. Я вон десятку кинул. За арену, да, покупаешь? На, просто там... Там 1000 за арену и 4000 за поле боя. И там, типа, этот рандом на 3 камня. Там не 3, у меня сегодня по одному выпадал, видите? Нет, с каждой сумки по одному камню падает. Можно, короче, сделать 10 винов, с каждого, короче, полутать бесплатные поставки, ой. Потом вам придут еще поставки, и, короче, можно бесплатные бое, монеты выкупать. Какой бы сумки? Плечи. На плечи. Нет, они персональные при получении. Арена. Это бое. Я пока бы не скидки взял этот премиум и на месяц. Плечи бое с гнилого премиум. Да, да, да. Ну, который этот Новый год будет на снеговика сходить полностью твинковский, блядь, выбить, ну, купить себе, блядь, 10 палов качнуть, и пускай они валяются, блядь, 80 ур. Так, все готовы были, что-то хуй знает. Ладно, запускаем босса. А зачем ты премиум купил? Бафните, я этот... Ну, там не премиум, там... Нет, там, который поставки на месяц, плюс еще премиум... Да, поставки на месяц и премиум поставок. То есть я на своем твине получаю 2 раза в день. Ну, у меня 20 твинов, я получаю за 20 твинов. А там можно? Ты будешь гильдию прокачивать, нахуй. Сейчас будут поставки, блядь. Ну да, я уже сколько, я где-то... 80 этих значков уже потратил. Ты сколько влил у нас? А нам 20, до 25 левела вроде чуть-чуть у осталось. Меня в гильдии почтение. В это. Да, там 60% осталось. Я имею в виду в этих. Я сегодня с утра почтение. 177. Бесплатно. Я их просто качал. Там что-то часов по 8 тратил на персонажей и все. Типа, как качаешь, у меня такое уважение. А? Как у меня пока убивал, образы качал и кинул. Блять, не услышал. Ну то, что вкачал, там уважение. Вот. Ну у меня вот почтение, у меня почти превознесение. Мне интересно, кто-то с хилов вообще спекался в ДД, блять? Или нахуй надо? Ну уже 3 секунды. Нахуй надо. Блять, да не нахуй ой, надо. Да, посмотрим в 5 хилов, сколько у нас ДПС. Мне интересно, сколько у Мэтт Фокса, сколько кто там еще. Ну а где Гера? Акула, нет. Okay. Геру-то давайте, а Киса, прием. А Киса один, шаман не привык. Лузин, смотри, 2 царя дает 21. А там упадет потом. Ну это заебись. Это в Геру можно ходить. Даже если до 19 до 18 упадет, можно в Геру смело гонять.
А у нас что, варфа нет? Почему арму не стак? Пидоры. Полностью поддерживаю. Ой, на мне... Я подвис, еще раз забери. Фрейм забагался, что-то. Отдавай незыбку. Я дал уже. А, ну ладно. У меня тоже подвисло. Все это время на мне показывало. Опа, че ты без кружки? Ой, без гадюки. Кружки? Да я смотрел, как она будет. Анта кикать можно, если че, вот этого титилейшн, который... Я тебе, блядь, на работу ко мне придешь, и тебе нахуй с ноги кикнут, блядь. Псина, сука. Фартанула она, блядь. На фотку ту иск. Смотрел с души. Так, покоритель. Фокс хочешь, ну на завоеватель. Серега бурст кривой заебал. Так, борьба текст спеху или может ИВС туда пока? Он там обычно в говне в каком-то ходит. И зачем квест этот плащ? Там за УД есть... Блядь, это я ему токен дал. Стовый. А, токен, извините. Вот сейчас плащ, смотрим. Ну, плащ это что? Это, по сути, эрдрух и прист. Так, мордаунт. А у него хуйня с критом, да, ему лучше закинуть. Так. Сколько рейдовый у нас? Уходит? 320 было. Уху. Ну, у вас минус один, как бы. А кто минус один? Ну, я на ДК. Куда там? А, ну да. Сколько дал? 7,5. Ну, вагон хули. Ну, там еще один вагон сдох. В лужу зашел и сдох. Че, нельзя отойти, что ли? Чтоб не сдыхать. Это же ват. Серега, блядь, 200 ДПС разница, пиздишь на меня. Так, ты 265, а я 258. А ты иди нахуй, блядь. Ну там сразу видно лучшие друзья. Как не друг мне это обезьяна черножопая. Брат. Брат, блядь. Брат, знай нахуй, я столкнул, чтоб ты, брат, был топ-брат, блядь. Сколько братьев, да, дохуя? Мурат, Мурат, брат. Скинул ДПС на боссах, может кому-то надо. Ну чё, для обычки нормально, кроме без воды. Но без воды у нас вагон. Ебать, у ванхоликов поя убьет. 26к максимальный. Пиздец. Ну, прикольно. Ну? Очень интересно играть стало на Анхолике. Я тебе говорил, погнали на РТ, блять, это все ну и сам. Я, кстати, дольше этого титилейшена в гильдии ни разу на РТ еще не был. Вот первый раз так вышел. Ну что, шерсти, блять, ничего не скажешь. Я вырубался же, сколько вечеров подряд с работы приходил. Конечно, блять, пока парень твой приедет, всякий. Ну все серьезно, да? Да, у них там вообще все да, серьезно. Таиланд собираются пожениться, все дела.
Потом шведскую семью сделать. Шведская — это когда два мужика и баба, или две бабы и мужчина. Мы себе вот это. Мы тебе на собой возьмем потом. У них будет МММ. Шведская — это просто групповуха. Залетели в гильду, бля, я... И вот, Серега, я без тебя был тут на РТ, вообще хуй такой, вообще ни такого юмора не было, бля. Все более-менее серьезно, только, блядь, ты попался, все, гейский юмор, блядь. Гейский юмор? Я шучу, ты же шутишь. Я не шучу вообще-то, я серьезный человек, блядь. У меня же жена чисто для прикрытия, блядь. Борода. Это тоже есть, к сожалению. У женщин для прикрытия называется борода. Да. Борода у жены, блядь. Хорош. Синтекс сдох, нахуй, смотрите, блядь. Купил, блядь. Синтек, бросай бухать, нахуй, потеряем тебя, блядь. Я отвезу, блядь, меня просто не выхинули. Кил бичи. Язык, блядь, он всех бичами называет, да? Резаем людей. А может, травмы не было, поэтому не хилили. На туре, блядь. Следующая травма моя, если чё. О, Водина тут. Дина. Ну, на туре, ну-ка. Где, ёбаный в рот, не вижу. Сука. Нахуй тебе травма. Где, ёбаный? Водина этот, блядь. Ну вот тут вот, где топ стоит. Наёбывает опять, да? Ниже. Да, блядь, ну она вон выскочила, блядь. Сука. Не могу лутануть. Где она, сука? Пизда, блядь. Все, пизда, нахуй. Кто видит, нахуй, я не вижу. Ну отдай ты этому, пусть он заберет ее и передаст. Ой, ебаный врат. А кто видит? Топа видишь? Я нашел ее. Ой, потерял. Я ее нашел. Так. Забери. Без воды, если ты. А то я не могу найти. Ну, может, из-за медведя не показывается. А, ну, я не могу забрать. Не подходит, он мне пишет. Ёбаный в рот, блядь. Какая-то зеленая хуйня, нахуй. Все, забирай. В натуре, сейчас я зелень всю утону, которая там есть. Где эта параша, блядь? Это грибы, нахуй, зеленые наручи какие-то, сука. Давайте врага убьем, пусть он ищет. Сука. Пойдемте что-нибудь завалим, пока. Поставь груплот на прелесть. Сейчас. Да надо найти. Да мне какая-то, блядь, зелень сыпется, нахуй. Она там где-то в самом углу, смотри. Потом мем сделаю, как воет ищет. Ебать, как забыл. Водянку. Пустая, даже пустое окно появляется, блядь. О. Сука, ну пустое. Не могу. А может, он филиально решил поколоться. Может, тебя развели просто, не? Может быть, может быть. Она там есть, она там есть. Я вот нашел ее прям, блядь. Я ее просто взять не могу. А ну вот, линканулась. Я нашел. А если лут сменить? Нет? Это кто, Линдгрен? Вот он. Так, ну-ка попробую взять. Только это надо, получается, закрыть и заново открыть. Войт интересный, короче, когда говорит Холли Дринг, он говорит, это Линдгрен? А когда говорит Линдгрен, это кто говорит Холли Дринг? Да я, бля, не знаю. У нас есть счастливый обладатель, ожили. О, наконец-то. Блин. Это было, короче, во второй ноге. Слева. А вы что так между ног у баба делаете? Мне интересно. Блядь. Мы дрочим, блядь. Искали бы ешку. Ну, за Уджина понятно. Остальные... Ты гильдой. Нам не надо об этом знать, блядь. Бля, там трэш в ресторане был. Сзади, да. Еще, блядь, зелени набрал, надо тебе дать ее с диспелить. Вот так.
Блять, какую-то хуйню налутал еще серый, блять. Полный пиздец. Виснет все нахуй. У всех сейчас лагает, что за хуйня, блять? Это драконы по-любому. Да, подлагивает. У меня тоже, кстати, лагать, блядь, начало. Не, у меня нормально. Обновление, это, сука, драконы эти по-любому новые мешают. Я мне вот эти драконы. Вообще драконы это классно, мне раз вроде как. О, это мне. О, нихуя, кубик нажимаем. Эй, бля, это мне, блядь. Мне осталось еще три штуки, чтобы это. Это. Нихуя, вот скажите, кто молодец? Я молодец, я же должен лутать эту хуйню. Ну-ка. Слутал? Нет, без воды это сделал. Пиздец. Кикните его. Да, да, ну что это такое? Жмагоп, получается, это. Лутать. ГПшку ему. Я забыл, что мне души надо фармить, мне никто не говорит, нахуй. Мне тоже, а я грань не одел. Так у меня не грань, у меня. Войд пойдет начало инста. А как их фармить-то, ёбаный? Там у тебя есть око в сумке. Так око... Ставишь его на однёрку и фармишь. На собаку заюзал, а эти вурдалаки не юзаются, да? А, он сразу вокруг собирает все души. А-а-а. Там в каком-то радиусе. Из боссов тоже ж лутаю. Да, по полтиннику с каждого босса почти. Из босса, да, он по полтосу. А как, блядь, на один... Это единственный дамажащий спелл, блядь. На боссах также, да, 1000 душ? 2,5. 2,5 на посох. А почему такой дисбаланс? Да, у дисбаланс в том, что на миликов есть ШМ, на кастеров есть этот посох, а на хантов есть нихуя. А ты нахуй за это? Вообще на личе не должно быть, кроме как. На видите, канвал сходишь потом, когда откроют, выбежишь. Сейчас каска спадет. А где на посох квест берется вообще? Леди, 25 хм. Эдигер, да. Охуенно, вы говорите, блядь, на хантов нихуя нет, блядь, когда ШМ просто дается, блядь. Ну не просто дается. Титька, знаешь, почему нет ничего на хантов? Потому что это бесполезный класс, он не танчит и не хилит. А ты танчишь, да? Давай вот так сделаем. Короче, Войд, смотри, у Зулжина есть куки 4 на танка и вся шоу. Не танчишь, блядь. Он кого-то разъебало. Этот Мэтфокс, резай его. А, кто не резай Мэтфокс. Там уже резнули. Ебать. И всех так лагает? Нет, нормально. Ну, у меня так лагает. Вот. Надо сейчас не забыть на этого пидора. И куда в скорую в меня? Да, блядь, что за истерика у кого-то в рейнже? Кышать. Споры ловите, смотрите, сейчас они три не стакаются, только по одной. Так что в разные места их разносите. То лагает, то не лагает, что-то непонятно. Походу они текстурами скоро засырут сирус. Хуй все будет падать. На туре, блять. На медведе спора, значит остальные двое выходите в РДД. Я вообще, блять, не понимаю, нахуя эти статуи локации. Нахуя они. Да, надо сразу конечные локации. Хуйню сделали, да? Поебень. А ты еще больше фармил базы. Интересно, типа, да, блять. Стартовая локация как для погружения, может быть, сюжет. Не знаю, я проходил квесты на цепочку Мандарена, блядь, такая хуйня. А еще в какой-то момент квесты заканчиваются, ты не знаешь, куда идти. Блядь. Если бы на край карты не пошел бы, я бы оттуда никуда не ушел. Я так друида гоблина сделал, думал, по-быстренькому нахуй. Да, там цепочка, блядь, пусть ебешься. Сейчас смотрите, массейв надо будет, у Мишки массейва нету, так что смотрите, на эту неделю готовьте массейв.
Но мне, кстати, две споры почему-то. Чем мне пизда? О! Маги сдохли, блять, гек. Этот. Все, на связи забрал. Какая ротация на кота, блядь, ну-ка. Ага. Дикирёв надо обновить. Ну ёбаный в рот, блядь. Надо же было таким криворуким быть, сука. Боежка. Боежка, бля, нихуя. Если бы игра была более реалистична. Что происходило бы сейчас, на понятие? Чё заберёшь? Кровь. Или ты не можешь укинуть? Да. Ебать, залупа, блядь. Да вообще 5 секунд ставить на распределение. А сколько не было, да? Да ёбаный в рот, я пойду душу заберу нахуй. Это же как надо, это какой надо мозг нахуй, это надо объем памяти, сука. На однёрку его воткни просто в медведи и все. А ты, получается, с ребра души не лутал, с леди, бля? Нихуя не лутал, ну вот сейчас 50 дало. Сурка. Сурка нельзя. Корабли, сурок нельзя. Да похуй, я никуда не тороплюсь. Я себе не покупал этот кристалл. О, нихуя с этих пидоров можно, оказывается. Две души только надо. Так, ну ты, короче, слизней по воде. Дайте каску, а, пожалуйста. По рогу. Спасибо. Кто из вас на боссе? Войт. Тролл Д готов? Я и логался, да, готов. Там Дэйва чё-то. 3, 2, 1. А, сука. Спасибо. Не, медведю, сука, надо массейв какой-то добавить. Это хуйня полная. Бесполезный танк. Это ты НРБР, блять. Ну хоть что-то решила, но, блядь, массейва там у него нету. У всех трех танков есть массейв. Хотя в Т5 у портовара забрали, блядь, у ДК забрали. Только у Фроста лужа вроде есть.
Да там сейф такой хуйня. Резист только дает ману ресвет. Ну ману ресвет нормальная тема. Я танчил как-то. Довелось. Но он холик хорош тем, что у него в принципе выживаемость станет выше, и он хорош тем, что он шипешника хапает. И там немножко хуёво это взрывать трупы, блять, это погремуха, блять. Большой в боссе забери. Срывается. Можно здиспелить так-то с ханта. Вот вы его видите, не прохиливайте, можно здиспелить. И второй хант уже сдох. Я не знаю, хилы, чем вы думаете, но вам проще, наверное, челик ворни, еще нельзя здиспелить было. Наверное, два челика теперь резать, блять. Объект. Души не забудь. Угу. Так, плечи это крит хас надо кому-то? Тому ханту, наверное. Да нет, по идее. Не, вот Т4 там. Т4. Там либо Т4 плечи носишь, либо Т5. Да, короче, просто так. Квестик можно сдать? Вот, давай. Там НПЦ нету. Да, баба нету там. Так, чё это? А чё, я думал, лог пойдет, как обычно. Куда пойдет? Это без разницы. Да, в комнату. 118 душ, нахуй. Я близок к победе, блядь. Так, надо, чтобы... Надо ли нам третий танк? Или он из куклы выйдет и дотанчит? Наверное, так, да? Ты не лагаешь? Ничего на связи? Не, не лагаю. Будем квест пробовать делать? Ну, попробуешь. Можете? Попробуешь. Чутка подробнее можно еще раз объяснить? Просто пей лужи и все, я там тебе скажу. До второй переходки было 100 раги. Там будет. Если... в любом случае. Ты главное... Если что, говори дружнику. Пусть обходит. От дружника там ничего не зависит. Там зависит от того, как ты будешь лужи растягивать. Но дружник ему может залить рагу. Она, ну, по процентам, по вероятности, прокает на него. Ну, сколько-то прокает. Этот. Вы где там? Акиса, маг, подбегайте сюда. Где Акиса? Первый на фул выпиваю, да? Ты понимаешь, что такое растягивать лужу? Ну, это или... вот ты первую сразу выпьешь, а вторую не пей, немножко жди. И поддерживай ее в маленьком состоянии, что если еще две лужи плесканутся, ты эту быстро допиваешь и начинаешь следующий пить. Всех слизней ты замедляешь. Там по процентам я посмотрю. После красного будешь это самое пить. Короче, бля, не знаю. Ну, я попробую. Да, давай изначально пусть НТК раги полтинник набьют. Это, ну, это ничего, пацаны, не даст. Пацаны, я знаю, что делать. Это ничего не даст. Там дебаф 6 минут висит. Я знаю.
Ну, слизня первого он и так замедлит. Так, пей куклу. Где ты? Ты грань одел? Да-да-да, она на мне. Пить? Да, пей. Чем бьем? Так, миликов должно быть достаточно там у нас. Так что будем... Лужа разольется, к зеленым пойдем. Вот, лужа разлилась. Одна в РДД, одна в миле. Вот эту в миле выпиваешь. И потом встаешь в РДДшную. Сколько у тебя раги? Говори цифр, сколько? Милики, как стоять, все это выпьет. Вот. Подпей немножко. Сейчас слизня в этого плюнешь, в зеленого. Только выбери точно слизня. Но слизня выбирай. По слизню фулл ДПС. Слизня зергаем. Сейчас 1% будет переходка уже. Лучше допивать? Да, допивай. Я один сдал, на всякий. Так. Я ИВС-то резнул, потом встанешь. Хант, я вот не знаю, резать его нет, он что-то нихуя не ДПСил. АФК, наверное, был. ИВС, вставай быстрее. Он пишет, оружие сломал. Хорошо, я понял, ничего страшного. Ну, новичок, говоришь. Синтек, сука, ну тебя не хватало еще хуйню ловить. Сейчас это, вот, колбы будут 5 секунд. И красный, вот колбы отходим. Сейчас ты готовься в красного плевать. У тебя должно быть 100 раги сейчас. Хант пускай лежит. Вот, красного плюешь сейчас. Красного бьем, Акису захиливаем. Шектор, ну ты-то не лови, ну. Пиздец. Лужа. Лужу пей. Красного, ну бейте. Колбы сейчас появятся. 2 секунды. Я подвис. Колбы сейчас появятся, смотрите. Колба появилась, отходим. Сейчас будет вызов зеленого. Я лагаюсь, что смотрите, сами выбегайте из колб. Вот, вызов зеленого. Сейчас в него плевок даешь. Так, вот лужу одну выпей, одну оставь, растягивать будешь. Одну быстро выпей. Колба, секунда. Милики, сейчас буду отводить в сторону. Вот отсюда. Милики, отходим. Все в колбах, да, стоите? А нет, не словили вроде. Так. Вот. До маленького ее допей. Вот допивай уже сейчас, через 7 секунд лужа будет. Сейчас красного плюешь, готовься. Красного плюешь. По боссу притормозить и будем еще зеленого бить. И 7 секунд колба. Вот сейчас сотку напивай и быстро делай, прожимай шем. Колба секунда. Великий. Кого прожимать? Шем прожимай, блять. Там картинка такая, шем. Увидел, сотка есть, быстрее прожимай. Ты нажал? Нет, я не вижу. Шестерка там, наверное. 5. Шестерка, да. Вот сейчас зеленый будет, и нам нужен плевок еще, а ты лужи выпил. Вот тебе и думай, блядь, как нам сейчас быть. Сейчас зеленого зергаем быстро. И у профа, она, это, вот еще и лужи. Вот, милики, сейчас в РДД отбегаем. И проф еще переведен. Вот сейчас, когда... Это, начнем двигаться. Значит, зергаем и даем геру, и зергаем зеленого. Если что, мы сейв дашь, Шектор. Видишь, тебе надо четко знать, тебе надо гайд смотреть, надо видео смотреть. Потому что отсюда начнем профа бить. В черепок сбежались. Добивайте РДД зеленого. Все, по профу играем. Ну, добейте зеленого, сука. Ну вы че? Колбы 5 секунд. Значит. Что там у нас? Надо будет воровать стаки. Кто умеет воровать? На ханте могу поворовать, если он будет.
Хорошо, сейчас колба будет, выходим отсюда. Пробегаем отсюда, выходим, чтобы нас не закрыло там. Так, сейчас 4 на мне будет. Будешь на связи забирать. А, ты воруешь? Хорошо. Так, стоим, бьем пока. Воруешь следующий тоже. Сейчас 3, 2, 1-то уйти. Так, забрал. Смотрите, чтобы вас там не заперло в лужах в этих. Блять, РДД, ну... А, на связи зачем забрал? Ладно, похуй, пускай танчит. Потом на четвертом у него заберу. Все, бьем. Пельмени вот летят, выходите. И сейчас лужа... Не налейте лужу, ну, на ворота, блять. Потому что мы сейчас, ну, сдохнем здесь. Еще бить дохуя, 6 лямов. Места совсем нету. Куда? Ну, сейчас лужа, блять. Ну, нахуя ты ведешь? Бля, пиздец. Вот лужа наливается. Вот. И думайте теперь, куда вам идти, блядь. Сейчас четвертый на мне будет. Вот, на мне четвертый. Забирай на связи на 3 стака. Ну и пробуйте как-то добивать. Главное, в лужах не стойте и на связи не уроните. Прожми незыбку, всю хуйню прожми. Лям добивайте. На хп все гимны читайте быстрее. Сейчас подохнем. Все, он отхилился. Ну, вот тебе и квест, нахуй. Ну, две лужи, которые не нужны, блядь. Короче, в другой раз как-нибудь сделаешь квест, потому что надо тебе, ну, четко понимать, блядь. А еще там бичи в рейде, блядь, и вагоны всякие. Я с последней просто я ошибся. Я думал, ее нужно допить. Ты сказал допить. Так бы я ее оставил бы и, ну, зарегенил бы. Да, просто посмотрел бы в Ютубе, как это делается от первого лица, и все ясно было бы. У меня есть, если еще записи, там, как я делал квест на X2. Короче, давай это в другой раз. Давай не будем. Потом сделаешь. Да, давай. Там посмотришь уже 3 квеста сразу. Этот квест. Тем более, ты сейчас хоть что-то, да, отложилось. И потом уже сделаешь в другом рейде. Ну, на следующий, когда попробуешь. Ставьте шкаф, пожалуйста, у босса. А, вот так вот, ну, для справки, ну, для остальных ничего в тактике не меняется. Вот пельмень, то, что Синтек ловит, и Шектор тоже словил. И Хан сдох, оружие не починил. Ну, это вообще как, блядь. Чините сейчас, блядь. Вот вошли, вы сразу там починка есть на входе. У вас ничего не меняется по тактике. Меняется только у куклы тактика, блядь. И если он все делает, ну, там даже незаметно, что он квест делает. Там от него зависит. А если так ему, ну, каждый момент расписывать, то, ну, вы отвлекаетесь на то, что я говорю, блядь. И из-за этого там куда-то не смотрите, то пельмени ловите, то еще какую хуйню. Да, по сути, у вас ничего не меняется. Короче, сейчас ты водишь босса, я в кугле посижу. Где там притон? А я босса никогда не водил. А, его нехуй водить, просто берешь и водишь. Зеленый вылился, подвел под зеленого. Притон, ты уже пришел туда? Посажка, пожалуйста. Сама тебе. Колба появилась, отвел от колбы. Летал. Ничего сложного. Тут ничего сложного нету. Так, как говорится, пару вайпов и все. Научишься.